едем с работы. Вот там велосипедист катается, можно газовать. Все трехколесный вроде бы. Немножко сниму, как по левой стороне люди. О, видишь. Дом на колесах. Вообще это интересно снимать. Потому что совсем по-другому жизни. Там круговая, здесь круговая. Вот так вот и едет по левостороннему движению. Знаете, slow, медленно написано. Интересно, то что люди с радостью всегда уступают другой машине. И не как в России. Thank you.
А, вот так тоже туда. Ездит по Германии, там кто-то российский, русский. Тоже так ставит камеру в машине. И снимает, как по Германии ездит. Других помню. С Канады кто-то блогер ставит даже и рассказывает про то, как получали гражданство там и так далее. То есть не снимать, не себя снимать, а именно дорогу снимать. Природ там и так далее. Белорецком районе.